В детском саду развернулось настоящее гуляние. Гостей встречали не педагоги и воспитатели, а скоморохи и ряженые. Яркие народные костюмы, маски и, конечно, расписные платки. Не узнать и самих ребят. Этот праздник они особенно ждали, ведь готовить к нему их начали заранее. На занятиях рассказывали о традициях и масленичных обрядах. Но в масленицу по традиции все едят блины. А в масленице изжигают зимнее чучело. А в масленицу, масленица длится целую неделю, и каждый день по-своему называется. Не случайно провожать зиму пришли и родители. Детский сад стал площадкой для нового инновационного проекта, который здесь активно воплощает в жизнь. Мудрые родители, счастливые дети. То есть это взаимодействие детского сада с родителями. В течение года мы уже над этим с этим проектом работаем. Вы видите, сегодня мы видим результат на лицо. Родителей очень много, которые активно участвуют в этом празднике вместе с детьми. Также всем весело, можно сказать, что большая семья. Хороводы, игры, потешки, частушки. Программа гуляний традиционна, но разнообразна. Малыши, да и взрослые с удовольствием разгадывали загадки гостей зимы. Играли на русских народных инструментах и бурными овациями встречали долгожданную весну. Ну а тех, кто успел нагулять аппетит, угощали блинами. И как после этого не любить масленицу? В очередной раз убедились, что мероприятие, которое проходит в детском садике номер 2, ну просто проходит, ну, очень классно. И для детей. Это не просто какие-то утренники или праздники на улице. Это интерактивные мероприятия, где вовлечены и родители, и дети. Масленицу во все времена старались провести как можно богаче и веселее. Считалось, что тогда весь предстоящий год будет таким же сытым и благополучным. В этом детском саду задачи справились на отлично. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.